Седьмой класс, четвертая серия. Решение задач. Задача первая. Два простых числа обладают свойством. Если из каждого из них вычесть пятую часть другого, то одна разность будет в 5 раз больше другой. Найдите эти числа. Давайте за x и y обозначим эти числа. X и y – простые числа. Так, из x вычитается пятая часть y. И, допустим, значение этой разности в 5 раз больше, чем значение другой разности. Так, раскрываем скобки, приводим подобные слагаемые. В результате получаем следующее равенство. 5х равняется 13у. Х и у – это простые числа. Значит, х равен 13, у равен 5. Задача вторая. На 15 карточках написаны числа от 1 до 15 включительно. Можно ли эти карточки разложить на две кучки так, чтобы сумма чисел в одной из кучек превосходила сумму в другой ровно на 5? Ну, давайте сразу отметим, что суммы вот этих чисел – это будут натуральные числа, потому что складываться будут числа натуральные. Так, сначала найдем значение суммы всех чисел от 1 до 15 включительно. Значение суммы 120. Допустим, в одной кучке значение суммы x. Причем x – натуральное число, потому что складываются натуральные числа. А в другой – на 5 больше, ровно на 5. А всего вот в этих двух кучках 120. Давайте попробуем решить вот это уравнение и найти значение x в натуральных числах. 2х – это 115. 115 на 2 не делится. Значит, решение в натуральных числах не существует. Значит, карточки таким образом разложить нельзя. Задача третья. Найдите наименьшее из 9 последовательных натуральных чисел, сумма которых делится на 13. Наименьшее из этих чисел обозначим за n, то, которое идет следом на 1 больше n плюс 1, затем n плюс 2, и наибольшее из этих чисел n плюс 8. Значение суммы этих чисел делится на 13, можно представить в виде произведения, где x – это результат деления суммы на 13. Так, давайте упростим, раскроем скобки, приведем подобные слагаемые. Получится следующее. Так, можно еще 9 как общий множитель вынести за скобки. Так, а теперь давайте рассмотрим вот это равенство. Справа от знака равенства произведение 13 умножить на x. Значит, значение произведения слева от знака равенства делится на 13. 9 на 13 не делится. Значит, делится на 13n плюс 4. Надо найти наименьшее значение. Значит, наименьшее значение n плюс 4 равняется 13. n равно 9. Ответ 9. Задача четвертая. Моему брату через 3 года будет втрое больше лет, чем ему было 3 года назад. А моя сестра через 4 года будет вдвое старше, чем 4 года назад. Кто старше? Брат или сестра? Давайте за x обозначим возраст брата. То есть сейчас брату x лет. Через 3 года он будет старше на 3 года.
И ему будет в 3 раза больше, чем было 3 года назад. Решая уравнение, находим значение x. x равен 6. Брату 6 лет. Возраст сестры обозначим за y. То есть сестре сейчас y лет. Через 4 года она будет вдвое старше, чем 4 года назад. Решая уравнение, находим значение y. y равен 12. 12 больше 6. Значит, сестра старше. Задача 5. Можно ли разрезать квадрат на два равных семиугольника? Разрезать можно. Варианты разные. Давайте покажем один из возможных вариантов. Так, красным цветом я буду показывать, как надо разрезать квадрат. Так, а затем по диагонали. Так, равные фигуры совпадают при наложении. Так, если разрезать таким образом, то получится два равных семиугольника. Давайте сосчитаем вершины одного из них. Так, это первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Так, два равных семиугольника. Вопрос, можно ли разрезать? Ответ – да, можно. Например, так, как показано на рисунке.